Всем большой привет! Недавно компания Renault представила новый купеобразный кроссовер под названием Rafale и заявила, что эта модель является прямым конкурентом для Audi Q5 Sportback. Французская новинка действительно отличается стильным внешним видом, просторным салоном и отличными бортовыми технологиями. Однако его базовая 200-сильная силовая установка немного не дотягивает до премиального класса. Но с появлением топовой версии и ТЭК 4 на 4300 все должно измениться в лучшую сторону. Речь идет о плаг-ин гибридной силовой установке на 300 лошадиных сил, которая сочетает в себе 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, 3 электромотора и тяговую батарею на 22 кВт-час. В результате такая версия разгоняется до первой сотни всего за 6,4 секунды, максимально развивает 250 км в час и может проехать в чисто электрическом режиме целых 105 км. При этом его расход топлива заряженной батареи составит всего пол-литра на 100 км пробега или 5,8 литров с разряженным аккумулятором. За такую модификацию в Великобритании попросят от 45 695 фунтов. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!